56 студентов и 2 преподавателя Северо-Западного политехнического университета Китая приехали в Самару, чтобы познакомиться с российской культурой и получить профессиональные навыки. Сразу 3 международные образовательные школы открылись в Самарском университете имени Королева. Авиационная техника от теории проектирования к практике эксплуатации, производство и испытание авиационных двигателей и основы профессиональной коммуникации, русский язык и культура. Все эти 3 программы – это то, чему мы можем научить на хорошем уровне, потому что у нас есть большой опыт в этом, хорошая производственная база, испытательная. Студенты проведут 2 дня на нашем учебном аэродроме, посмотрят, как запускаются двигатели, узнают технические характеристики их. Те студенты, которые приехали на русский язык и культуру, они обязательно заговорят по-русски. Некоторые студенты уже выучили русские слова, готовясь к летней школе. Меня зовут Ху Мэнфэй. Я из Китая. Я люблю слушать музыку. Русский музыку и китайский музыку. I learned Russian online. Я учил русский в онлайне с моим педагогом русского языка из Самары. Я приехал сюда, чтобы узнать больше о двигателях летательных аппаратов, а также познакомиться с русской культурой. Мне нравится русская еда. Студенты из Китая рассказывают, что решили пройти обучение именно в городе на Волге, поскольку Самара – космическая столица России. При этом некоторые их однокурсники уже приезжали на учебу в Самарский университет. Летние и зимние международные образовательные школы реализуются здесь с 2015 года. Привлечение иностранных студентов – один из приоритетных проектов вуза. Самарский университет известен у нас своими программами по ракетостроению, авиастроению, поэтому многие у нас его выбирают для обучения. Мне нравится Самара, потому что здесь погода, как у нас в северной провинции Китая. И река Волга прекрасная. Я никогда не видел, чтобы был такой огромный пляж на набережной. Северо-Западный политехнический университет Китая специализируется на образовании и научных исследованиях в области авиационной, космической и морской инженерии. В Самарском вузе молодые люди будут вникать в тонкости проектирования и эксплуатации авиационной техники и двигателей летательных аппаратов. Также студентов ждет насыщенная культурная программа. Обучаться в международной школе Самарского университета студенты из Поднебесной будут 2 недели. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События.